А я постараюсь корабля, чтобы стащить и упаду вниз. Варюга. Все, упал вниз. У меня тупо ничего нет. У тебя перед тобой чувак, окей. Блин, 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 блин. Тяжело, пока. Reloading. Down another target. Нет ХП вообще. Бегу. Сам стою, прибежал. Угу. Я пытаюсь понять, откуда. А, здесь давай. Нашел сходу снипу. Толчили в голову. Зачем ты его утащил, пират? Броня нужна, капец как. Кстати. Опа, воскрешение сбоку. Далеко. Так близко, под нами же здесь. Ну, блин, стрелять особо не ищу. Ну, я подгляну, не хочется, чтобы потом эти ребятки сбоку к нам заскакивали. Вот и бронька. Снись ты. Сейчас будет мясо. Блин. А, так это еще не все? О, блин. Сначала не попадает. Сейчас. А, ты ж первый упал, ладно. Ты снова думал, что он первый упал. Интересно, где третий? А у меня вообще заглючил, ваш чувак сказал well done. Ну, этот робот, я такой типа. Оп, противник. Сейчас, секунду. Много? Да нет, это третий был. Не справился. Вот, я сейчас повторюсь, не знаю, почему чувак сказал well done, когда как бы явно было не в порядке все. Ultimate accelerant here. Give my shields a recharge. Ну, зато я себе оторвал золотую шапку и воскрешение. Так, это у нас ребятки, это сбоку, это необычный дроп, вроде бы как. А может и дроп синий случай стоит? Нет. Ну, если на карте были точки... Так точки пропадают потом, через пару секунд. Но о, а вот замес. Ясно, то есть это были все-таки человечки. Слушай, там шарик что ли был? Да. Блин, ладно. Где? В здании? За зданием? За зданием вроде. Это он Маркл, я. А, это он Маркл, я понял. Он же просто сейчас на верхотуре был. Надо, очень надо, конечно, их подпушить здесь. Чтобы они не выжили. Ну что, еще дальше? А, вот вижу. Он прямо передо мной прибежал.
Еще справа есть. Все, добили? Да, вроде. Ну, там еще одно тело убегало, кстати, осторожно с ним нужно быть. Да, гранаты летят. Хороший щит. Так, я успел грабнуть. О, а это ты вызвал. Это моё. Все в фиолк, я делал. Откуда? Не вижу. Понял. Не было прицела. Блин. Там дроп, глянь, дроп. Ты, ты последний просто бежишь. Сейчас. Они подниму еще. Давай, 4 и шапка. Хорошо. Без оружки, да? Yes. Угу. Так, мотивация этого робота вообще осталась непонятна, что-то он... В чем пыжился тогда? Я думал, что он последний, просто нет, он не последний. О, ребятки, как больно, господи. Что-то так больно-то стало сразу. Он вообще каленый-каленый. А, можешь пометить, где, если так, где-то примерно? Я... Что такой жучий оказался, эта тёлка? Стухнуть просто можно. Капец, хилиться нечем. Да тут много птичек. Охренеть просто, могу большую кинуть, если мелкие нет. Что-то было жарко. Вот большая птичка там. И настрелили, кстати, под боком. Да. Я пойду гляну, что там. У меня бэкпака нет нормального. Блин, синий где-то еще лежал. Снизу. Снизу? Блин, а где снизу пометь? Двое. Сзади? Ёпта. Сейчас. Хильса, щитывает она, есть щиты? Я скину большую аптечку, если что. А, нет, нету большой. Бангалор дал 2. 40. Отлично. О, бэкпак нашел. Никшелды. Вообще хорошо. Вот теперь стало хорошо. Хорошо, когда хорошо. Нет, внезапно просто подтопали. Вообще, я не понял, откуда они притопали. Ну, то есть, понятно, что из зоны просто что-то как-то долго, мы тут еще пока лутались. Угу. И хорошо, что ты там не лег, потому что ты же был без брони.
Да они какие-то странные. Ага, понял. Это на каскадах, как я понимаю. Да. Бля, ладно, косяк. Здесь прям портал чей-то, ну зайду. Только б не огрести потом. А, это не ясно, не в ту сторону. Не ходите в этот портал. Че, пушим вот оно? Пушим, конечно, что же нам делать еще-то? Мне нужны фраги. Прям где-то вот у меня вообще в упор. Да. Два отряда, там два сквада. Осторожничка. Нет, не звездочка была. Я прям в голову попал. Гранатой? Да. Блин, нам бы... Ну ладно, пошли в зону, а тут болючий уже очень идет. Пошли. Так, что-то очень болюче. Шесть отрядов на такую зону? Серьезно? Окей. Поломок, кстати, нет. Противник. Сейчас было-то, а? У меня Бангалор была еще, которая нету. Здесь. Где? Иду. У меня сверху еще один. Блин. Разберетесь с ним? Ты сидел здесь, чувак? Блять, у меня тоже немного. Я иду. Уже поднялся. Где он? Поспешай, я прикрою, нормально все. Он где-то внизу. Здесь поднялся. А, нет, снизу. Да нет, поднялся. Другие уже. Там еще один. Да что за замес такой происходит? Чего, мы банально патроны закончились? 400 штук было. Да.
Лайт. Ну сейчас найдем, конечно, просто мало осталось. Что-то было жаркое. Это было шикарно. Нормально занеси. Нужен лайтама. Очень. Пойду поищу. Там бы сундуков же было миллион. Прям под нами. Здесь. Здесь есть, есть. Ого, иду. А, ясно. Два отряда осталось, жалко. Позарилась. Дяйка. Опа, палючая зона. Так, у меня нету только золотой брони, так у меня все золотое. Прикольно. Кого-то чуть-чуть. Еще меньше зоны. Ощущение, что у меня здесь челик был. А? Окей. Топали, либо... Ну, могло показаться, не знаю. Да пошли, они бы уже выбежали, чего они там сидели бы-то? А если один? Ну, пускай сидит, зайдем в зону, возьмем и все. Ну, зиплайн. А, вот так. Окей. Дайте-ка я поищу прицел. Окей. Или челик забрал? Да нет, вроде бы и не было. Я хрен знаю. Ну, реально где-то сидит, наверное, последний, потому что... А, понял. Хорошая идея. Хотя... Два склада. Надо быть очень отважным, чтобы соло выскочить. Хотя, может, они не соло, на самом деле. Просто очень аккуратные. Пойду-ка вниз гляну, здесь вот прям под нами, потому что вполне себе же может быть. Зона даже вверх смотреть. Има. Ну, да, сейчас могут подняться по железке. По зиплайну, который там. Да пускай поднимаются там. Не, ну он уже остался в топ. Хрен знает. Пошли спускаемся с нашим чуваком. Руками, руками, милик. Не знаю, ты забил милик? Ну я, два раза, точно. Я стукнул в конец, интересно, кто последний убил, непонятно было. Ну прикольно. Я не смотрю. Apex Champions.
У 2800. Чуть бы еще. 15 кг. Ну так вот, где. Вот вы не могли отдать мне каждый по 2, по 3 кило? Что, вам жалко, что ли? Ладно, друзья, я вам думаю, понравилось. Это было жестко, жесткое. 2800 это прям насыщенно. Кстати, и не было особо моментов таких, где можно было отдавать кило, наверное, в начале только. Ну да.